И вот мы видим состав хозяев. Рискует команда, выставляя всего 3 защитников. Им на помощь всегда могут прийти фланговые игроки. И вот мы видим состав хозяев. Рискует команда, выставляя всего 3 защитников. Им на помощь всегда могут прийти фланговые игроки. И вот мы видим состав хозяев. Рискует команда, выставляя всего 3 защитников. Им на помощь всегда могут прийти фланговые игроки. И вот мы видим состав хозяев. Рискует команда, выставляя всего 3 защитников. Им на помощь всегда могут прийти фланговые игроки. И вот мы видим состав хозяев. Рискует команда, выставляя всего 3 защитников. Им на помощь всегда могут прийти фланговые игроки. И вот мы видим состав хозяев. Рискует команда, выставляя всего 3 защитников. Им на помощь всегда могут прийти фланговые игроки. И вот мы видим состав хозяев. Рискует команда, выставляя всего 3 защитников. Им на помощь всегда могут прийти фланговые игроки. И вот мы видим состав хозяев. Рискует команда, выставляя всего 3 защитников. Им на помощь всегда могут прийти фланговые игроки. И вот мы видим состав хозяев. Рискует команда, выставляя всего 3 защитников. Им на помощь всегда могут прийти фланговые игроки. И вот мы видим состав хозяев. Рискует команда, выставляя всего 3 защитников. Им на помощь всегда могут прийти фланговые игроки. И вот мы видим состав хозяев. Рискует команда, выставляя всего 3 защитников. Им на помощь всегда могут прийти фланговые игроки. Нам показывают состав команды гостей. Центр поля предельно насыщен. Подобная расстановка требует особой слаженности в действиях защитников. Первый удар по мячу, и игра началась. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграно. Вот это да! Отлично сыграно! Эрнандес.